Стрельцов пытается вычислить крысу в штабе по следам расследования Мещерякова. Для этого ему нужно проникнуть в тайник Мещерякова, находящийся в его кабинете. Но Стрельцов отстранен от службы. И Костомаров прикладывает все усилия для того, чтобы тот не смог попасть в часть. Вера тяжело переживает потерю отца и еще острее то, что от нее отдалился Стрельцов. Она пытается поговорить с мужем, но Стрельцов не может признаться, что ведет расследование убийства Мещерякова и уходит от ответа. Стрельцов показывает Костомарову место, где они с Максютой и Вириным спрятали деньги, и обнаруживает, что из рюкзака пропали 2 миллиона. Жена Максюты Галина пытается открыть Вере глаза на роман ее мужа со Светланой, но та отказывается верить в происходящее. У Даши закрадываются подозрения, что они с Данилой могут быть братом и сестрой. Логинов напрямую спрашивает Стрельцова об отношениях с его женой, и Стрельцов не может солгать. Логинов дает Стрельцову 3 дня на то, чтобы тот убрался из его части. Он готов подписать рапорт Стрельцова о переводе.